Все-таки ответственность воспитания детей, молодежи, молодого нашего поколения лежит и на родителях, и на, конечно, школах, учебных заведениях, и на обществе, которое их окружает. Это первое. Второе. Мы часто осуждаем, вот говорит там, вата, он неправильно сказал, то, но он наш. Плохая вата, хорошая вата, это наша вата. Верите, я часто сталкиваюсь с ситуациями, люди, которые не знают, когда день независимости его страны, когда день флага его страны, но он уходил на фронт и становился героем. Это не говорит о том, что мне кажется, что если человек не знает, когда день независимости его страны, он не патриот. Он, может быть, действительно сидит вот в IT-компаниях и делает намного больше, чем мы, выходящие на советскую и ходящие в вышиванку, носящий флаг.